Добрый день, дорогие зрители «Домашний очаг» с Мариной. Сегодня я хочу вам показать и дать полезный совет, если вы только в процессе строительства своего дома, если у вас маленькая квартира или вот частный дом. И хочу я вам показать, как можно разместить стиральную машину вот в таком маленьком-маленьком помещении. Обратите внимание, что это у нас туалетная зона, зона туалета. Она очень-очень маленькая, практически только на расстоянии вытянутой руки. И нам надо было решить проблему, куда же разместить стиральную машину. Надо еще разместить умывальник, унитаз. А территория достаточно маленькая. И вот у меня муж такой творческий человек, что придумал и сделал мне вот такой второй этаж. Он сделал каркас. Ну, если смотрят мое видео мужчины, я думаю, что они технически поймут, в чем смысл был. Каркас на ширину стиральной машины, он достаточно крепкий, он из металла, он сваренный. Мы понимаем, что там проведено очень много коммуникаций. Подвод воды, электричество, все технические коммуникации спрятаны практически вот здесь вот под кафелем. И вот на высоту второго этажа, не побоюсь этого слова сказать, мне муж установил стиральную машину. И теперь в моем доме стиральная машина находится вот в таком положении, на такой высоте. Она нам не мешает, несмотря на то, что частный дом и места кажется очень много. На самом деле, вот в таких ванных комнатах и в туалетах, конечно, хочется максимально использовать полезную площадь. Внизу находится унитаз, а сверху стиральная машина. Абсолютно совместимые принадлежности. Нам очень удобно, поэтому, дорогие мои друзья, если вы только планируете ремонт или строить дом, или у вас действительно такая маленькая территория, помещение, обратите внимание на мой полезный совет, используйте его, поделитесь с дизайнером, с архитектором, и этот способ бесподобный для решения проблем с маленьким жильем или вот с маленькими квартирами. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь моими советами, подписывайтесь на мой канал. Я очень много советов и секретов для вас приготовила. Мой канал предназначен для женщин, которые хотят быть счастливые, хотят иметь уютный и теплый дом. Поэтому вот такое место мы нашли для стиральной машины, и я его вам советую тоже использовать.